Всем привет, с вами Зонг. Мы закончили очередную фазу нашей кампании и продвигаемся к следующей. Смотрим. Все внимание на проектор, господа. Пятая авиагруппа приступает к операции по захвату северо-западной части континента. В ее состав дополнительно вошли ударные, штурмовые и десантные танковые группы, а также дивизион установок залпового огня. Теперь мы сможем с большей эффективностью решать боевые задачи. Это дельта реки Буян. На начальном этапе нам необходимо подавить сопротивление противника в этом районе и захватить плацдарм, с которого начнется наземная стадия операции. После развертывания основных сил, захват полуострова пойдет по двум основным направлениям. По суше двинутся танковые группы при поддержке авиации. Флот обойдет полуостров с востока, а базирующиеся на нем авиагруппы нанесут удар по ключевым объектам противника на побережье. В результате наших действий федеральные силы выйдут к порту, который является основным стратегическим объектом в этой части континента. Он должен быть захвачен любой ценой. За работу, господа! Высадка десанта. Федеральные силы начали штурм северо-западного полуострова. ВМФ «Виктор» подошел с юга. Первая стадия операции – штурмовка оборонительных сооружений. Вторая стадия операции – десант танковой группы, которая должна закрепиться на захваченном плацдарме. Полетное задание для звена «Фокстрот». После взлета взять под эскорт звено штурмовиков, которые должны атаковать вражеские укрепления. Задача. Не допустить уничтожения штурмовиков истребителями противника. Следующая задача. Эскорт транспортов с десантом. Необходимо обеспечить беспрепятственное десантирование танковой группы. О, пятые и шестые. Я что-то их не помню. Боже, что это? Легкий аппарат с ракетным первичным вооружением. Он даже не полностью герметичен, какой-то флайер вообще. Тем более не очень-то и быстрый. Маневренный, наверное. Хотя нет, и не маневренный. Какой в тебе смысл? А цунами это что такое? Автоматическая турель люкса. Это больше на перехватчик похоже. С ракетными подвесами. Скорость приемлемая, маневренность никакая. Я даже не знаю. А давайте попробуем, что ли. Это Браво. Разрешите взлет. Браво 1. Взлет разрешаю. Браво 2. Взлет разрешаю. Это Лима. Разрешите взлет. Лима 1. Взлет разрешаю. Лима 2. Взлет разрешаю. Лима 3. Взлет разрешаю. Это Майк. Разрешите взлет. Майк 1. Взлет разрешаю. Майк 2. Взлет разрешаю. Майк 3. Взлет разрешаю. Это Ноябрь. Разрешите взлет. Ноябрь 1. Взлет разрешаю. Ноябрь 2. Взлет разрешаю. Ноябрь 3. Взлет разрешаю. Это Фокстрот. Разрешите взлет. Фокстрот 1. Взлет разрешаю. Наконец-то. Фокстрот 2. Взлет разрешаю. 8 ракет. Ё-моё. Зато этот аппарат действительно уже чем-то начинает напоминать немножечко вертолет. Винта не хватает. Отлетался. Это флот, Виктор. Фокстрот, внимание, приближается звено перехватчиков. Мы их сделали.
пошел в рот, Сидила. Классный автопилот. Это да чтоб тебя, а! Это что такое? Они вообще не видим. Развалился. Иду в лоб. А чем вы офигели? Thank you.
Короче, в ближнем бою этот истребитель ни хрена сделать не может. Его перевираживают и... звездец. Бывают минуты, когда я по-настоящему счастлив. Спешу об этом повестить всех. Задание выполнено, мало того, раздолбали парочку любезных наше сердце маваксов противника со своры истребителей. Наши вилянские друзья не скоро выйдут из состояния скорби. Пиво сегодня за мой счет. О пиве. В прошлый раз я наблюдал непомерное употребление сего предмета пилотами, после чего территориальное проветривалось 3 дня. Надеюсь на ваше благоразумие. Всем, кто на себя не надеется, ко мне в кабинет, я вам найду, чем подвязать гульфики. Ну, а на сегодня все. До следующей встречи.